Маски в Колумбии. Сегодня мы посетим с вами фантастическую страну под названием Колумбия. Этой передачей мы Открываем сериал путешествий комик-труппы Маск. В Колумбии очень много бананов. Они продаются на каждом шагу и довольно дешево. На самой высокой точке Колумбии, на высоте 18700 метров, который называется пик капитализма. Здесь очень чистый воздух, но его всем не хватает, потому что его мало. И это является основным принципом капитализма. Я вам так скажу. Эти колумбийцы, они так любят кататься на лифтах. Bambole, 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 b
Bye.
Считаете, что в Колумбии встречается только смешное, можете считать, что вы никогда не были в Колумбии. Одинокие голодные волки нападают на стадо коров и пытаются отгрызть каждой корове ноги. Ведь всем известно, волка ноги кормят. Ночью в Колумбии необыкновенно красиво, но очень темно. В Колумбии очень много изумрудов. Их можно купить на каждом шагу. Не забудьте, нужно взять бутылку зеленого цвета, потому что из белой бутылки обычно получается бриллиант.
We'll be right back.
такси, сакси. Свобода такси. Счастливые часов не наблюдают.